Менее всего можно было ожидать тебя здесь. Ты с чем пожаловал? Незваный, но предвиденный гость. Я к тебе, дух зла и покровитель теней. Если ты ко мне, то почему же ты не поздоровался со мной, бывший сборщик податей? Потому что я не хочу, чтобы ты здравствовал. Но тебе придется примириться с этим. Не будешь ли ты так добр задуматься над вопросом? Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла? И как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей.